Всем привет, меня зовут Алексей Халецкий, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Германию Sid Meier's Civilization 6, сетевые битвы на восьмерых. ФФАшечка на восьмерых, как мы это нежно называем. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку. Ну а если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну и всем вам приятного продолжения просмотра. Предложение, турок. Да, блин, забыли, кто-то таймер забыл поставить. Нет, прикол-то в том, что 2 минуты походили, я поставил 5-минутный таймер, и уже почти у фулла отходили. Так я его уже походил, потом посмотрел, что-то еще сделать можно, вернулся, опять оставил таймер, опять посмотрел. Да-да-да. Кто? Турок или кто? Таймер держит турок. Грей, я реально против, чтобы ты... Венгров забирал как-то. Я просто не понимаю, зачем тебе это, если он Мали останавливает. Чем останавливать Мали? Да он не останавливает Мали, в том-то и дело. Мали... Просто либо Мали заберет уран, либо я. Не если заберет Мали, Мали уран. То... Так, Мали у меня еще, значит, компания Серебряный Леша предлагает микроконтроллеры Мегашторм, либо... Фадака дизайн. Что за название? Фадака. Дафака дизайн с продуктом. Короче, еще серебро продаю за какой-нибудь ваш продукт. Никому не надо. У меня скоро будет производство юнитов. Надо? Да, 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 пожалуйста. Хотя производство... А там только производство юнитов? Ну, военных. Военных. Мне кажется, мне это, вот этого мне не надо. Так, тут откладываем производство, потому что сейчас ядерки будем строить. Так, это все откладываем производство. Блин, ну и какую я добыл? Нет, Венеция. Добро пожаловать, великое японское государство. Венгр, предложение. Я сейчас отменю. Я просто хочу выбрать. Вот, видите, появился артефакт. Какой? Да, блин, забыл, кстати, уголь просить. Еще венгер предложение. Так, все тут собрано. Запускаем. И синтетический. О! Вот это мне надо. Так, все, тут производство пока откладываем, откладываем, откладываем. Ну, кстати, это, обстреливать Венецию из трибушетов с беспилотником, это достаточно интересно. А что, это работает? Беспилотник же не должен на трибушет работать. Работает. На все осадные юниты почему? Причем тут...
А что? Не, подожди, чувак стоит... Я даже это на самом деле даже в реальном мире представляю, как всякие эти реконструкторы, стоит с трибушетом, при этом беспилотником там сверху снимает с себя красивого. Есть определенная, ну, дальность. То есть он, по-моему, не, по-моему, в данном случае он... имеется в виду точность скорее, чем дальность. Вот я думаю, что вот эти воздушные... Он увеличивает радиус. Если да, да, но... Силу, нет, смотри, я понимаю, но... Что в данном случае имеется в виду воздушный шар и этот, позже, беспилотник? То есть, в моем понимании, это вот если через гору что-то находится, то чтобы ты просто мог по нему попасть, а не в том плане, что тебе больше дальность нужна. Я понимаю, что он увеличивает дальность, как бы в игре, но... Для меня это вот именно то, что он показывает, что там где-то находится, и что туда может теперь стрелять осадный юнит. Да, но он все равно должен увеличивать на 3 радиус клетки. Ну, радиус атаки на 3 клетки. Поломал. Я сейчас практически убивал уже первый город Мали, и нет, ты полез. Я не виноват, это... Блин, кризис, даже не знаю, давайте... Предательство, я как бы вот с предателями, ну, плохо, плохо. Это же мировое сообщество решило это. Блин, наверное, все-таки пульс паровой машины давайте возьмем. Потому что за Германию это... Нормальная тема. Я бы на твоем месте этот город тоже в ответку разрушил. Что от города? Я говорю, я бы этот город в отместку тоже разрушил. На твоем месте. Эрзурум, в смысле? Ага. Блин, так и не дали мне в ГА деньги стырить. Чего-чего? Подождите, а, блин, это в Хомакайде нельзя перезахватывать. За то, что он пал, типа? Да, он слаб. Да, кстати, еще это. Осадные башни, тараны и прочее, с кавалерией не работают, они только с ближним боем. Что, янычары остались? Да ладно. Так, а давайте, наверное, куплю подлодку. А, нет, с возящим ходом, вот когда откроется, тогда и купим. Даша, а, да, спасибо. Я тебе ничего не делал. Я подумал, что это ты, потом оказался японец, а и он за секунду походил. Удобно. Так, надо у кого-нибудь уголь купить. Причем там еще авторазведка стоит, поэтому я даже не имел к этому никакого отношения. Вообще у нас как бы два мировых лидера, и у обоих у них есть уран. Осман, предложение. Это кто? Какие мировые лидеры? Ну, на севере и на юге от тебя, очевидно.
Да неправда. Это говорит японец 600 науки. Слышишь, Атинию называет нас лидерами. А у меня нет урана. Какой я могу быть лидером, если у меня нет урана? Невозможно. Так иди забери лидера. Так я и иду, как бы. Что? Ты ко мне идешь, а не на лидера. А у кого я должен забрать уран? У тех, у кого он уже вон есть? Вон у тебя на воде, вон города, забери города. Осман на воде, предложение. Вон. Какие города на воде? У Мали вон, города на воде забрать? Йоханнесбург. А, это ГГшку, которую он только что захватил? Конечно, Миров, который тоже, он давно уже стоит. У тебя будет два урана. А если забрать Пешт и что там еще? В общем, тоже два урана будет. Турак. Ну, тут ты немца провоцируешь на то, чтобы он пошел на тебя, а там ты просто спокойно моли, забираешь, и тебе только спасибо. Слушай, а ничего, что я тебе до этого ресурсы просто так давал, а ты с меня бабло вот так вот? Плюшкин, да? Ты не Плюшка, ты Плюшкин. Плюшкин? Есть такая сеть пекарен в Питере. Да, ты... Ну, ты же знаешь, что это из мертвых душ, надеюсь? Чувак, который все копил. Так, я создал выключатели Connecta Precision. Серебряный Леша продолжает выпуск продукции. Никому не надо. Так, Ульм, Франкфурт, Берлин. Давайте глянем, куда. Пока нет. В Берлин. Понятно, индиец. Что такое? Это шпион умер. Ну и Ульм. Берлин и Ульм. Давайте я перекину. Жалко его. Споткнулся, наверное. Полный. Всей маршруткой плакали. Пань, все же правильно, фашистов нужно уничтожать. Вот тебе и уничтожают. Дима, ты еще не спишь? Таким. Я в кроватке лежу, как iLife говорит. Ты смотрю. Ты прям с телефона играешь? Ноута. Сначала с телефона, но там ни черта не видно. Хорошая идея. А, давайте послов получим. Не знаю, вначале игра подфритила, потом мы перезапустились, и все, идеально. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. А кто японцу уран продал? Извините. Точно не я. Мали? Мали продал, да? Ну, скажем так, у японца есть... Венгар не продавал, скажу вам сразу. Нет, Венгар не продавал, да. Он воюет, он не может никак. Немец сделал. Это больше не сделка, как гуманитарная помощь выглядит.
Ну, ты хочешь, чтобы меня забрали? Нет. Или не хочешь? Нет. Вот. Я тебе даю способ меня защитить. Грей, а ты точно вот уверен, что ты хочешь венгра, да? Тебе уже уран продали вообще-то. Ну, этот уран... Вот я же говорил, сотня. Сотня то, что остановит милитаристские амбиции. Ну, накопится сотни, хорошо. Накопится сотни, я тебе дам сотню уран. Хорошо. Не-не-не, венгр, я с этим уже я не согласен давать сотню. Тогда защити, потому что, ну, кисек быстро упадет. Просто, ну, я понял, понять. Понял. Я вот сейчас пытался договориться с японцем, видишь, это напряженность перед, наверное, Первой мировой или Второй мировой. Мне или кажется, третий. Сейчас будет Третья мировая, потому что венгры воюют на два фронта, но это уже проигрыш. Я просто, ну я реально, ну японец, вот смотри, венгр останавливает Мали, мы могли сидеть, например, вдвоем пытаться улетать в соседях, но ты хочешь забрать венгра, который останавливает Мали, и это приводит к тому, что мы сейчас будем с тобой воевать, и Мали вообще никак не остановлен, у него, блин, 500 науки, там вообще вот это вот зашибись все. Ну, я согласен, но у меня нет урана. Ну, а зачем тебе уран, если мы с тобой воевать не будем? Ну, он зато будет. Если он захочет скинуть на меня ракеты, у меня тут города стоят. Кто? Так, нет, кто? Хватит. Молиц, кто же еще? Ну, так я могу дать уран тогда. У меня есть. Ну, можешь, да. Но, понимаешь, вы оба имеете и уран, и возможность улететь. А я тоже имею возможность улететь, но не умею урана. Ну, то есть мы не можем сейчас договориться никак, да? Ну, а что ты можешь предложить мне? Дать мне уран? Вот скиньтесь все, чтобы набралась сотни, и я спокойно отведу все. Сидеть без урана, то есть без возможности застопать чей-либо улет, ну, не это, не имеет смысла. Ну, эти ракеты я собью, скорее всего. Ну, это агрессивное действие было. Ну, а что делать? Я-то лучше со мной вою, чем с венгром тогда. Я тебе еще раз говорю. Тогда есть возможность. Еще раз, Грей. Еще есть возможность. Мы миримся. Ты не захватываешь венгра. Венгр воюет с Мали. Я тебе дам уран. Я тебе дам уран. Хорошо, если вы мне все... Почему всем? Почему вы все должны дать тебе уран? Двое. Вот ты. Почему мы должны тебе дать 100 урана? Я не пойму, не понимаю. Почему нам 100 урана дать? Потому что это та цифра, которая меня устроит. Вот. И все. Ну, я могу воевать дальше за этот уран. Я первый не улетаю здесь ни при каком раскладе, потому что у вас есть уран, у меня нету. Все. Это закрывает возможность. Я не могу понять, почему, как это закрывает возможность улететь. Нет, ну если мы с тобой сейчас прям заключим союз, то кто-то из нас улетит без возможности на кого-либо скинуть ядерки. Но мы союз заключаем на 20 ходов. Это еще. Ну, я думаю, мы за 20 ходов не улетим. Ну, я... улетим, если честно. А я не думаю. Ну, смотри, мы сейчас. Но союз только при том условии, что ты венгра не трогаешь. И тогда мы можем реально что-то с Мали сделать. Потому что Мали, ну. Офигительно выглядит до сих пор. Вообще-то лидер по науке ты все равно, 100 ходов. Ну, я согласен, да. Что, ну, как лидер. Разница по техам, ее нет вообще. У Малийцы больше тех, чем у меня. Просто мы сейчас можем... Ну, я не знаю, тебе в любом случае Мали он продал уран. То есть мы будем сейчас кидать друг друга ядерки. Сейчас я выйду в термоядерки и их построю. Ну, куда-нибудь у меня ядерка да пролетит. Хочешь... Ну, мои города вообще вряд ли, но можем потестить. Можем потестить, но ты хочешь потестить? То есть, тут вопрос, мне вообще не интересно, чтобы венгры сейчас забрали. Особенно ты, чтобы ты его забрал. Он хотя бы там что-то делает вон с Мали. У него один город отвалился, потом второй, может, он что-нибудь заберет. Угу. Я впрягаю сейчас чисто за венгра, чтобы ты его не брал. Смотри, я же ни на кого не нападаю. Никого не забираю. Приятно, давай. Ну, вообще сижу. Моя как бы цена. Я могу ее немножко скинуть, но мне нужен. Если через 20 ходов никто не улетит. Никто тебе не даст 100 урана. Ну слушай, Грей, что это за цены? Ну, это столько нет на карте 100 урана. Ну, как нету, вот ты пошел. Я не упарываюсь, если мне дадут 100 урана вся карта. Да не вся карта, а вдвое. Ну, у вас много урана. У меня один ресурс урана, один. Ну, и у... Из которого я сейчас поставил во всех городах строятся ядерки для тебя, потому что ты не договариваешься.
Да это все понятно. У нас всего сейчас в наличии. Никуда не прилетят. 50 уранов. Всего 50 уранов в наличии. Я знаю, что сейчас он меньше. Я что, спорю, что ли? Я не пытаюсь доказать, что надо его из воздуха достать прямо здесь сейчас. Нет, я не понимаю, почему мы тебе должны 100 урана давать. Я могу тебе дать уран на какое-то количество ядерок для Мали. Пока вы, ребят, давайте так, пока вы спорите, у Мали уже запуск. Да, я в курсе, что у него запуски есть. Сколько урана, ну, ты мне можешь предложить? Давай на другим путем пойдем. Ну, я тебе предлагаю забрать города с ураном, который я тебе сказал. Я не успею забрать его города с ураном, ты представляешь? Нет, я... хорошо, по-другому. Тебе сколько нужно термоядерок для... Тебе 5 термоядерок хватит на Мали? То есть 5 термоядерок – это 50 урана. Мы тебе дадим, тем более, что у тебя уже есть какой-то уран. 5 термоядерок на Мали. Давайте, 5 термоядерок на Лёшу. Но проблема в том, что у нас военный кризис с ним вместе. Я в любом случае в него не буду кидать ракеты достаточно долго. Леша, предложение. Этот кризис еще 33 хода достаточно долго. Ну да, ну можно столицу захватить. 33 хода? Нет, так подожди, так ты можешь, почему ты что, не можешь ему войну объявлять? Да может он не может. Он не может, замириться в течение 30. Может не замириться, ну ты же не знаешь, что он должен забирать твои города, ну, но... Ну я могу объявить, но не сейчас, у нас в любом случае союз. Сколько у тебя еще союз с Мали? Ну, где-то ходов 10 плюс-минус. Ну просто, вот смотрите, мы сейчас можем ядерками друг друга с японцем уничтожить. И Мали тогда победит 100%. Давай так, не весь свой уран отдавай, чтобы ты вообще ни одной ракеты не построил. Построй, чтобы тебе, у тебя тоже такая возможность была. Но что, мне надо только так сделать, чтобы у меня она была, чтобы я здесь не остался за бортом. Ну, пожалуйста, хорошо, давай так, давай мы решим так. Я тебе дам 25 урана, и венгр даст 25 урана. Достаточно тебе? Да, достаточно. Венгр? Да, конечно. Ну, все, договорились. Мы просто сейчас с японцем друг друга уничтожим, если мы сейчас не договорились. То есть я уверен, что я ему пробью бы эти города, все, там ядеркой, термоядеркой. Но победил бы тогда Мали, вот прям 100%. Ну что, защитил я тебя, венгр? Да вообще прекрасно. Я сидел, слышал. Да я все, что хочешь. Я отдам вообще все, что хочешь. Тут просто дело в том, что я, Мали, вообще никак не могу ничего сделать. Я могу, конечно, поплыть под лодками, но это будет... Я это прям даже сейчас скажу, сколько. 20 ходов. 20 ходов у меня подлодка будет плыть в то место, чтобы я смог докинуть до Мали. Поэтому тут только может японец что-то делать. Ну, ты мог раньше ее отправить. В союзе можно... Я не мог... Не, подожди. То есть ты хочешь, чтобы я отправил заранее подлодку куда-то в уверенности, что ты мне ничего не будешь делать, да? Ну, подлодку-то надо и здесь иметь тоже, не только там. Ну, я бы отправил. Не знаю, не знаю. У Мали есть свои соседи, которые, например, ты один из них. Ну, у вас у двоих был только уран, то есть на тот момент. Сейчас мы там к какому-то соглашению пришли, а на тот момент, ну, есть я здесь и есть еще. Что, я Эрмитаж достроил? Вау. Так, ни культура, ни дипломатия никто не победит, это 100%. Давайте здесь строителя. Так, знаете что, я, наверное, заберу Занзибар. И буду нападать на деда. А у деда есть уран? Что? Что? Сделка, дружба, все вместе. Ну, мы не можем пока сейчас мир заключить. Или можем уже? Почему? Мы же не в войне. А, я думал, я вкинул в тебя ядерку, и война началась. Если сбивается, то как бы это так. Понял, я понял, да. Просто пролетало. Да, что-то. Да, я вспомнил, да. Ну, давайте пока 10 даю, потому что мне тоже надо пока.
Ну, давай, ну вместе с другом. Да дай ему это, я тебе 20 сейчас отдам, дай ему все. Вань, там смотри, скифский арбалетчик тебе идет помогать. Да я вижу. Так, ну что мне тогда делать? Никакой совести нету. А, Занзибар. Ну что, кинуть ядерку в Занзибар? Не долетает немножко. Ничего, Ацтек, сейчас я. Так, военный инженер. Смотрите, идея в том, что я забираю Занзибар, военным инженером делаю туннель. Нет, я пущу туда, куда давно уже. Так, у меня нет военного инженера. Покупаем... Истинное, как он называется, сосредоточие зла. Надо мне кидать ядерки, пожалуйста. Это кто говорит? Это Турок говорил. Турок? Нет, нет, Турок, нет. Того, кто... Кто это заслужил? Так скиф вышел. Нет, это был не скиф. Подождите, а где у меня? Так, давайте из Ульма сюда. Ты что это? Ты что? Забрал ран вместо того, чтобы его дать. Это во-первых. Во-вторых, дружбу себе... А, дружбу. Жаль, ты заметил, да. Да мне подсказали, я тут уже чего. Да? Ну, у меня тут бдят люди, как бы. Вообще, с подсказчиками нехорошо играть. Мы вот все в одиночку играем. А, Грей, у тебя там толпа советов. Прям министр, министерство целое. Так это ж неограничено, как бы. Пожалуйста, никто не запрещает приобрести. Блин, надо юнит было тут купить. Поддержку. Мали, ну у тебя что, войска закончились, что ли? Ну, судя по счету, нет. Ну, что ты хочешь, Мали? Я говорю, у тебя же войска что, закончились? Ты хочешь, чтобы я тратил веру, крепал войска? Я не знаю, я просто спрашиваю. Нет, если ты не хочешь, это твое право. А, я за веру ж не могу, блин, я сейчас хотел юнит за веру купить. Не спи, козычка. Пожалуйста. Ладно, какие у нас великие люди есть? Никакие. О, хороший инженер, кстати. Да как это работает? Почему он сразу может перезахватить? Индус, забери инженера. Это лучше, чем японцу было бы. Так, ну у меня денег мало для юнита. Танк 960 только следующим ходом. То есть я не хочу... А, ну давайте Занзибару войну объявлять. Я бы просто атомку сюда кинул и все. Но... Сейчас, наверное, рано. Причем мне надо будет кидать атомку куда-то сюда, чтобы просто забрать. Блин, в Ахине 6 довольства, охренеть. Так, давайте, наверное, в Трире. Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди. Боже, какой старый, почему я все Булата Акуджавы знаю? А, хищение средств, хищение технологий. Ну, вообще, надо бы и космопорт построить, ребята. Давайте не будем тут отлынивать. И космопорт вот сюда бахаем. Второй город у меня по производству Трир.
Да, отставь того города, что ты захватил, он отвалился. Он отвалился и сразу же бац, ты наспаунил юниту. И Гейдельберг и Берлин. А где мне космопорт строить? Ну, наверное, сюда. А в Берлине на место болота. Да, блин, и во Франкфурте тоже построим, ладно. Так, а у деда есть уран? У деда урана нет. Тысяча 80 просто. Продуктовый рынок. Не знаю, я вообще не вижу, где мне тут. Ну, есть, конечно, места, где еще работать. Ладно, давайте рабочую. Ладно, ладно. Блин, все-таки затопилась эта клетка. Ладно, давайте сюда на плюс 2. Ну, она не особо, конечно. Просто там была промышленная зона. Так. Я забираю Занзибар и делаю, наверное, вот здесь. Тоннель. Короче, подлодки зря. Ну, конечно, не зря, они были нужны. Но вот сейчас они уже не нужны. А, вообще я могу их сверху провести. Точно. Поехали. Поехали. Так, и я сюзерен. У меня вообще еще 7 послов. Сингапур. Подожди, а там что, японец Самарканд забрал? Блин, Грей, а что ты Самарканд забрал? Я тебе сейчас... Я сейчас в Окленд кину ядерку и заберу его. Интересный подход. Не, ну а что ты взял? Мой город просто забрал. Ни с фига. Я думаю, что это у меня? Ну я вот только сейчас увидел, что это сделал ты. Ну там ресурсы, видишь? Там алюминий, там нефть. То есть тебе не хватало алюминия? Да, у меня один источник алюминия. А у меня вообще нету. Давай ты мне 100 алюминия дашь. Давай. Ну, надо как-то аргументировать позицию. Как вот я Смотри, аргументация в том, что ты хочешь 100 урана, поэтому я хочу 100 алюминия. Раз мы тебе дали 50 урана, то давай 50 алюминия. Я это аргументирую. Не, пока вы мне дали 10 урана от тебя и 0 от Венгра. Так что... Венгра, ты не будешь, да, давать? А как я ему дам? А, у нас война. Ну, мне кинь. Так я же предлагал, вы молчите. Не, ничего, я тут не буду больше менять. Больше не влезает. Отдай ему, потом я тебе остаток докину. Угу. Лёша, ещё 15 ожидается. Поставка. А, слушай, Грей, к тебе не влазит. Короче, я тебе 15 отправляю. Тебе просто больше не влазит. Не, мы как договаривались, что просто 25 без обмена ресурсами.
Так я вот сейчас что-то захотел алюминия, когда ты забрал мой, когда я увидел, что ты забрал мой Самарканд ради алюминия. Я не спорю, я тебе дам, я тебе все равно уран дам, но, по-моему, это честно. Ладно. Либо я сейчас реально в Окленд начну ядерки бросать. ГГшку какую-то забрать у тебя, так что мы можем обменяться этим. Такой себе. Так мне хорошо, у меня тут какие-то такие важные ГГшки. Я просто смотрю, сколько у тебя производства Окленд дает. Ну, в целом я согласен, как бы принял. Надо ли мне в Регенсбурге космопорт строить? Я, наверное, Занзибар заберу. Вот эту клетку тогда... Нет, ты карточку... Перекину на... Взял? Так, а сколько мне там стоит танк? Зачем ему она? 960. То есть это мне надо 270 денег. Он за гусар много не будет получать, а я их почти уже не строю. Или он там еще где-то туземцев нашел? Он еще где-то туземцев нашел. Блин, я на него напал, чтобы он меня снес в ответ, а ты ему все города порушил. Извини. Венгер, предложение, отдам 350. А ты дружбу не принял? Ну, просто чтобы забрать Занзибар сразу. Пошли в космическую гонку, просто не знаю, ничего не ускорено, уже фиг знает, что там, как там. Один ход. Знаете что, давайте я тут отложу, я тут проект Иви сделаю тогда. Тут же вроде запрещена личка, насколько я помню. Такого формата? Ну ладно. Ну, я не уверен. Это, Леша, у вас запрещена здесь личка? Да, в правилах написано, что запрещена. Значит, так я озвучиваю. Убираешь пиона из Будды. Только на свитч ход могу. Ну, я могу в начале хода убрать. Если он не умрет в операции. Я так понимаю, Мали что-то задумал. Да не, я думаю, это просто переговоры. Прошу прощения, забыл включить запись. Кинул ядерку в Занзибар и забрал его танком. У меня просто этих ядерок хоть попой кушай. Значит, нам надо теперь, наверное, вот здесь. А я не проще его тут разрушить город, а не сохранять? Так а смысл мне? Я что, воюю с Мали ради того, чтобы убить Мали? Я воюю ради того, чтобы хоть как-то догнать по науке остальных. Мне кажется, эта стратегия может иметь определенный изъян. А как разрушение города помогает тебе догнать по науке остальных? В том-то и дело, что никак. Мне предлагают разрушать города, я говорю, зачем? А-а-а, понял. Меня вот только напрягает то, что он может одним юнитом спокойно отбить город. Это как-то очень странно. Сразу после захвата. Ну как странно, он тебя опережает в три раза. Нет, там стоит по силе примерно такой же юнит. Он берет с фулл, ну не с фулл, а с половины силы гарнизона и с одной тычки захватывает город обратно. Вот эти качели, конечно, очень сильно напрягают. Мне кажется, так не должно быть.
Что-то я японец не вижу, чтобы ты уран использовал. Просто нужно было 100 урана, понимаешь? Да, да. Нужен запас, вот чтобы, знаешь, грело душу. Любит сидеть на уране. То есть ты не будешь использовать его? Ну. А разве мы об этом договаривались? Мы типа просто тебе даем уран, и у тебя есть? Да, а разве нет? Нет. Почему нет? Ну, потому что ты его можешь теперь против нас использовать. Могу, в этом и смысл был. Нет. Ну, может быть, мы друг друга не поняли. Но там не было условий, что я буду его использовать каким-либо образом. Несомненно, мы друга не поняли, потому что я бы тебе при таких условиях не давал бы. Лучше бы просто строил бы ядерки и кидал в тебя. Я могу тебе сказать, где там термоядерные уже. Да я открыл уже и даже проект сделал на термоядерные. Тогда не переводи. Ну конечно, у кого-то проекты делаются по 2 хода, а у кого-то по 8. А, то есть ты уже по термоядерным. Ох ты хитрюга. Ну ничего, ничего. Я тебя шашками закидаю. Вообще никто не чешется. У Мали уже второй проект дочитывает. Да не дочитываю я. Уже, во-первых, у меня мало промки, да. У меня промки нет вообще. С Мали улетать реально сложно, если честно. Ух ты, реактивные пошли. Так, я вот что-то подумал, что воевать мне с дедом нету смысла, потому что японец вообще не планирует уран против Мали использовать, он его держит, поэтому мне надо себе... Так, тут надо, наверное, рабочего в Регенсбурге сделать, чтобы в Занзибаре почистить. Значит, подлодки переводим куда-нибудь. Блин, надо... Я вот думал против Индии использовать. Просто будет обращаться, чтобы я на стриме услышал. Ну, удобно, да. Господи. Как ты страдаешь вообще? Это просто пипец. Ну, вообще, откровенно говоря, я помню, я вот за Венгрию когда-то играл. Ну, недавно где-то, в течение месяца. Там тоже что-то так как-то муторно было. Так, скучно. Я на этом играл. На Вьетнаме? Наверное. Реально, так что-то скучно было. Мне, кстати, за венгров весело. За венгров мне как раз весело. За венгры откровенно весело. Но вот в той игре что-то как-то вообще просто... Такая ситуация. Это партия, где мы 10 часов, ну 11, по сути, играли. А я думаю, вы, в принципе, все шансы имеете добраться по времени сюда.
через 3 часа уже будет как раз. А, подождите, так уже 9 часов игра идет. Жесть. Господи, я этот город когда-нибудь захвачу или нет? Меня вообще поражает, что ты наравне типа с Мали воюешь, когда, хотя ты отстаешь в 2 раза по науке от него. Может, потому что я войска не строю? А почему ты не строишь войска? Вот непонятно реально. Потому что я играю на победу. Звучит логично. Ну, не знаю. Слушай, вообще тут четверть карты, по-моему, Мали сейчас. Ну и как бы... Я не знаю, конечно, вот, Грей, ты опять как бы портишь отношения, хотя очевидно, что у Мали тут дофига шансов. С кем я у меня бронки нет. Ну, со мной, то есть, вот эти, то, что ты уран оставил, это как бы уже означает, что мне придется сейчас строить термоядерки и... Ну, я на твоем месте в любом случае их строил. Да, но как у нас только закончится дружба, получается, меня... Просто надо не договариваться, а просто сразу кидать в тебя. Ну, как решишь, можешь кидать сразу. Тут же такой момент есть, что, ну, если мы играем на победу, и если ты будешь на тот момент впереди, то логично, что мне нужно иметь какой-то способ, чтобы... Это логично. Это логично. Несомненно, несомненно. Но вот сейчас, глядя на карту, в каком... Я просто сейчас не вижу, как ты или я можем обогнать Мали, который там, знаешь, как мухобойка отбивается от венгра, но при этом ты держишь меня в напряжении. Ну, я и у него тоже держу как бы лодки, в него тоже ракеты могут прилететь. Да у него такая длинная цивилизация, ну, в смысле, вот он так много места занимает, что я не думаю, что... Там прилетит в какой-нибудь Тимбукту или еще куда-то, это что-то повлияет. Если посмотреть космопорты, то... По-моему, они есть только у него. Не, я сейчас вроде построил. Ну, его территория. Я имею в виду основной. Не то, что только у него, а то, что они только в его городах основных. Дальше их нет. Если их даже прямо сейчас там заказать, это уже поздно. О, кстати, неплохой ученый. Жалко, что не плюс 100%, но, в принципе, все технологии информационной эры... А это 3 штуки, Сарун, я говно. Сарун, что ли, танк? Ладно, давайте спутники откроем. Может, потому что у меня нефти нет? Поэтому они уничтожают. Нет, просто логически, если это в реальности представили, это же... Ну, пришли с отвертками, разобрали. Только так могу представить. Наверное, здесь надо поставить, потому что все-таки рядом с Ганзой это плюс 2 Ганзи будет. О, боже, куда я строителя отправил? Фак. Так, давайте купим здесь строителя. Нет, тут космопорт вообще-то хотел. Ладно, давайте космопорт. Москва сейчас 4, да? С какой Америки, кстати? Время. 5:18 дня. Но это на западном побережье, на восточном уже
8, 18. Так, не, освещение не технологии. А что-то нечего красить. Ладно, давайте почту переиллюстрировать. Ядерка вот сюда полетит, например. Термоядерка. Термоядерка здесь? Так, подожди, он вокруг какого города? Он вокруг Киото. Вот сюда термоядерка три города накрывает. Вопрос, сколько у нас еще дружба? Ну, невозможно как бы с Японией 14 ходов. О, джинсы, нормально. 1500. О, блин, я только посмотрел, что там за ученый, и сразу его Индия выкупила. Так, а 100% японец забрал на космическую гонку. Так. Разработки, космическая гонка. Так, давайте-ка спутники и роботов откроем. И будем кучу роботов строить. У меня куча урана. Ядерки есть. Там термоядерки какую-то построим. Так, тут ремонтируем. Апну истребитель. Блин, опять кампус сломался весь. Шедевр технологии. Сбрековать скандал. Ну так себе прокачка в данном случае. Странно, что у меня, кстати, в фабрике как бы ремонтируются, а не заново строятся в этом. Ну, не странно, точнее, просто вот если там сломана была промышленная зона, то получается они там ремонтируются, а не заново строятся.
10 послов у меня есть. Давайте-ка мы Вильнюс засоюзим. И в Брюссель до 6 доведем. Не в Брюссель, в Окленд. Сейчас должен довольно много культуры с этого иметь. Когда следующий конгресс? 8 ходов. Ну, если я перестану отвечать, значит я вырубился. Здорово. Вам там пока заранее таймер, может что-то еще подкрутить или 5 минут хватит? Хватит. Что-то как-то полная тишина наступила. Ой, мне там кажется, индус быстрее долетит. Может. Нежели я. У меня один проект 8 ходов строится. В стольне. Ну, Малю летает долго, да. Это одна из причин, собственно, почему я не стал туда тащить весь флот и что-то там отбивать. Да вообще никакого смысла нет. Так, тут, смотрите, открыли карту, тут Мали уже забирает турка практически до конца. Ладно, отпустите, что уж меня. Да, конечно, у тебя тут 3 города осталось. Mm-hmm. Тем более столицы нету. Да, да. Спасибо за игру. Да, спасибо за игру. Ну, конечно, как-то интересно появились ацтек с турком, просто на каких-то
полуостровах отдельно от всех. Вот только нормальная территория. Так не говоришь, что она плохая. Я тоже на полуострове появился, даже в таком еще более островном. У Японии, да, вообще все как точно. Странное место такое. Ну, кстати, за Японию это еще здесь более-менее играть. Ну, благодаря опыту. Просто благодаря опыту. Да, компаса плюс 7. Согласись, если бы не опыт, то тебе было бы очень больно. Ну, в какой-то момент, да, сейчас уже не критично, а там был момент, когда он был достаточно полезен. Да, без Окленда было бы грустно. Пока промки не разогнал. А, блин, ну это нечестно, вы по 2-3 хода читаете эти проекты. Какие? По 2-3 или по 8? Я по 8. Так по 2-3 или по 8? Ой-ой-ой, по 8, по 8. Ой-ой-ой. Блин, все-таки как завезло Мали с пустыней тут? Ну, да нет, обычная пустыня для Мали, по-моему, разве нет? Нет, я как играю за Мали, у меня там либо вообще нету, либо за 5-6 клеток таких. Это же этот ББС, ББС вроде... Там у меня была пустыня, тут толку нет от нее. Как же это нет, когда он очень хороший в пустыне, там только и это. Пришлось так, идти. Конечно, почту у японцев продолжаем перлюстрировать. Со скифа. А зачем? Потому что сказали, что на меня нападут. Я от всех кризисов отказался. Ладно, эти умные материалы открывать. О! А вот тут мы можем японцу войну объявить. И я бы сначала термояд построил. А что, нельзя читать проект на термоядерку, пока не прочитал проект на ядерку? Нельзя. Я вот проверил на себе. Блин, а? А где проект на ядерку? Прикольно, люди играют 6 лет в шестую ЦИУ. Мне постоянно пишут: Лёша, ты столько играешь и не знаешь вот этого, вот этого. Вот тут поразительно, что не знаешь, сначала надо этот проект прочитать, а потом вот этот. 6 лет. 6 лет. 6 лет. 6 лет. Кто-то 6 лет, кто-то не написано. Ну не написано, да. Ну вот, не написано. Получается. Ну это не совсем, то есть типа термояд, ну как бы да, можно предположить, что без ядерного, нет, термоядерного, но блин, всех их ядро после термояда стоит, поэтому это уже не совсем как бы взаимосвязано. Ну это просто здесь вот эти такие случайные технологии, они немножко странно распределены. Да, вот то они появили нас в заблуждение, получается. Конечно. То есть, как бы, случайные техники, получается, должны быть не совсем случайными. Так, 5 термояд есть где-то? Вот давайте мы в Ульме уберем и в Гейдельберге, потому что тут быстрее. А, стоп. Стоп. Роботы боевые. А сколько они стоят? 3000. Не, надо строить. Дед, дай потрогай. Можешь смотреть только.
Стоп. Мне кажется, вот этого мне не надо. Мне надо 2. Калево. 4 и 6. Одиннадцать. Что 2 робота, это будет минус 6 урана. Ну, 2 роботов мне хватит для атаки и защиты. Немецкие лодки, как коршуны, расплываются по углам. Согласен. Это безучастные наблюдатели. Как на выборах, да, наблюдатели, следящие за демократическими процессами? Да, да, да. При попытке похитить средства был убит шпион Малийской империи. Это я удивлен, что в Мали не хватает денег. Но у меня все время не хватает денег против немцев. Не знаю, тут против меня наоборот есть, а против немца нету. Видишь, замкнуто. Понимаю. Я использовал ядерное оружие, я же против ГГшки. Кто это предложил, интересно? Кун. Понятия не имею. Очевидно. У меня нету времени, чтобы предлагать. Ну, я, наверное, максимум... Но обратите внимание, как странно... А, мы сейчас от стека будем ждать, да? Японец и... И мариец. В смысле, спились? Спились? Да, спи, да. Как странно, спились. Ну, малийцу очень выгодно, чтобы мы с японцем начали ядерки кидать. Просто я вот и все. Я по-другому не выиграю. Да, скорее всего, ты не выиграешь. О, я не улечу. Никогда. Вон, я только второй проект закончил сейчас. Вот эти... Блин, я помню игру, когда под этот весь шумок дед дипломатии победил, оставшись с одним городом. Не, в этой игре этот статую построил японец. Ну, я думаю, что дед и так может... Вполне. Но он пытается тоже космопорты поставить. Но 8 технологий, разница слишком большая на случайных техах. Ну, зависит от количества термоядерных ракет в этом мире. Да. И как они будут использованы друг против друга? Типа, с чем не завезло деду, так это с ураном, и все. Я тут сижу в Дискорде, My Life улетел в АФК, если что. Ну, так он и говорил уже. Да, он сказал, что ляжет в кроватку, будет сервером. И то он как-то защищался. Ничего не прошло. Что там взрывается и где? Да, по мне поехали ядерки лупиться. Признавайтесь, где ядерные ракеты в техах? Где-то там в нижней ветке. Фига себе, 64 урана у венгра. Да, даже, скорее, надо его раскулачить. На чью победу я играю? Ну как ты можешь на чью-то победу здесь влиять? Ну, на свою-то понятно. Я-то вижу, что юнитов в наших частях у тебя нету. Венгр, предложение. Он имеет в виду, типа, война с венгром, на чью победу, наверное. Война с венгром, по-моему, местный конфликт в данном случае. Да-да, это такой местечковый. Сколько у нас еще дружба? 10, блин, 10 ходов.
Но урана, конечно, умоли сейчас просто весь мир. Давайте я, наверное, закончу все-таки лунную экспедицию. Да, только обычные ракеты строятся по 5 ходов. Это другой вопрос. Не, типа, в трех городах с моей промкой нормально они строятся по 3 хода. Но тайневые очень долго. Слушай, если строятся по 3 хода, то я что-то уже думаю, может быть, мир? Ну, что-то кажется, что Мали хочет тебя полностью захватить, чтобы с твоих городов на нас влиять. Она хочет не захватить меня, она хочет меня просто стереть, чтобы не было буфера между ней и ее. Точнее, появился буфер как раз-таки между ней и ее. Так для этого надо твои города взять? Жаль, что Венгар так до сих пор уран не передал. Мне, кстати, некуда просто, я до сих пор не потратил. Ну, я вижу еще. Я пока обнял кучку с ураном и как бы вот лежу. Вижу еще один ход у тебя. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Кстати, большое спасибо им за поддержку. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине и живе Беларусь! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.